Всем привет, это Ревка на НРБ, ну и мы продолжаем играть в трагедию Берок. Итак, собираем бонус. Ладно, и тут кто-то играет. Но сначала билетики. На этот раз меньше, конечно. Я накопил семян. Семечков. Сколько есть. Вот здесь вот сколько конец цемента. Надо докрутить уж. Может получу костюм. Может нет. Но у него эта функция такая чисто для красоты. То есть полезного навыка тут нет. К сожалению. Просто растения и все. Я выйду как высаживают. А в сухне конечно. Этот костюм. Тем более у меня выли отдельно есть. Потому что выли, они как бы входят в костюм должны. Или они не входят. А так выглядит, как будто что входит. Входит, входит, да и не выходит. Монетки, это хорошо. Халявные монетки, это хорошо всегда. А то 1000 стоит бельхотеп. Никогда не накопить. Даже с намипку надо тратиться. Ну нифига не выпало. Грибок. А трава какая-то. Вдруг играем музыку кучу на громко. И сам монетки. Прям 15 монет уже выпало. Под конец рулетки берем, подкрутили, так больше монет выпадало. И меньше билетов. Ну, может билеты не подкручивали. Но монеток-то больше стало. А ты что-то поменяли. Разрабы. А поменяться таки выпал. Наконец-то. Ну, рассказать друзьям ничего не даст. А так вот. Я почему-то крестик посередине. Какая халатность. Очень халатно. Ну, хорошо. Это если я такой. Что у нас рядом? Вот это. И теперь костюм. Так, фермер вроде говорили в линейке школьника. У него есть рот какой-то. И вот растение он высаживает. Что может быть такое интересное? Даже некоторые повторяются, потому что на несколько костюмов дают одну функцию.
Ну, пусть будет так. И смотри, виры не входят. То есть виры, они отдельно. Можно виры выключить. Получается, если бы вир тут вот не было, тогда он вир бы и без вир. Вот этих вот бы не было. А ну все, вот они убрались. Ну когда я тут перевели, если их нет, тогда и в кастом их нет, получается. Вот. Крутим дальше. Парадка. Манка. Не овсянка. Все-таки билеты и сопадают аж один выпад. О, то я билет. 700 редко при 700 манки. Ну и все, конец. Все-таки меня не подключили. Билеты выпадают достаточно часто, как по мне. Может, потому что их пока это мало. У меня было. Так, кому бы перейти? Перешло. Попробую чуть-чуть растения посаждать, но скорее всего не понравится. Потом надо будет вернуть как было. Костюм. У нас тут мрак, цунами. Вот, чтоб потом туда залезать не надо. Если у них нет обменов. Отдельно могущество полтора часа. Выпуска 45 дней почти. Пульнули. А в итоге что смысл? Нет смысла. Только вот та. Ну вот, не семечка. Нет, да почему? А, это не я. Я думал, я назад и портнулся, обычно кроме меня никто не портается. Но вот перехитили мое перехитривание.
блядь, где я? Так много бедок, я не понимаю, где я, блядь, нахожусь. Если Иду ставит Г, будет игра. Вот мы и играем все время. Так, там все мучка. Кстати, я не посадил. А что, я у меня кастом не надежда, что ли? Сказать-то нельзя. Где? Я понимаю. Хуй так лагает-то. Я кастом не надел нихуя. Короче, пиздец у него. Пиздец. Так. Нихуя я не надел. А, блядь, выселись. Редко я тут скины меняю. Это кто там был? А, вот так долго загружается. Ну вот, побыстрее хорается. Раз уж пока надо ждать, то я хотя бы обмен попробую сделать. Скорее всего, не получится ничего. А вот такая хуета. Этими бульдозниками меняется не этим. Пальты понаставили. Я нажми уже. Курсором. Так, наугад. А, нет, это другое. В общем, вот он тыкву поставил. А в следующий раз... Ну, кастом не применился. Какой-то... И, кстати, надо подождать, пока игра эта продуктится. Купит. Ага, всё. Пока кастом поминает год пройдет. Почему это такой кактус выращивает? Это ничего себе. Это он должен быть белый. Он пигляет, почему так. А остальная сторона авторские права не подали. Это для ВКонтакте вроде.
Так, две. Вот, бля, изначально фермеры всегда фермеры короче. Вот остальные можно сделать. Тыковка. Получается либо тыковка, либо ничего себе. И все. Да? Ну это не я. Вот кто хотел, тот может и играл. Ну и получил кастом фермера. Наверное, все, кто хотел, уже получили. Эх, не запрыгнуть. Полон район белок. Максимальное количество. Работаем, работаем. Морковку еще садит. Третий есть. Морковка ничего сидит, тыковка. А ничего сидит, типа кактус. Зачем кактус нужен? Его не съесть. Невкусно и грустно. Шляпник остался. О, пальцы. Какая Олег надо мне? Где Олег? На. Нашли наконец. Еще одна. Морковка. Вон три моркови насосал. Так тесно и не видно. Ну что это саман такой? Такой тем меня не будут вызволять. Кто опоздает, тот виноват, но я не виноват. Потому что я не опоздал, я лев. Папа, чай, бухло. Ну хорошо. Тогда меня обратно теперь. Посадали и хватит. Вот такой костюм. Без этого и, ну, ведро опционально. Вот и да, ведро оно тоже открыто, потому что оно в костюм не входит. Ну и что он там один делает? Я успел к началу следующей карты. А то если бывает, надо ждать, пока первым пройдут 3 минуты.
теперь со мной пойдут. Так что в начале игра не делается с фермерами. Скрипта нет. Только после отнесения одной воды. Одного ведра. Понаставили тут. Сейчас я тоже понаставлю. Мне тоже. Быстрее, 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 быстрее. А, блядь. Выйти до стяга, белька. До стяга. Капец. Ну только вы два выда получили. Это тоже музыка. Странная. Сейчас. Ну, говно всякое на других красках играет. Экран показывает то одну, то другую. Надо было их выгрузить. Я могу обновиться, чтоб не нагара. Вон, а и тогда они не будут загружены. А, блядь. Невозможно тут пройти. Вот и всё. Ладно, сейчас обновлюсь. Обновился. Начнем все спят. Вот так вот я, так как только пришел, то все плохо показывается. Сколько они. Вот я не так часто упаду в рулетке. И 33 монетки у меня. Да прыгает, ёпта. Боком не получится. Вот и пришли. Опача. Не успел. Лили назад на лайк. Если не получается назад, значит Берка все-таки не спит. Кулы, кулы. Ну, до семечка очень далеко. Да спиздили и так. Лапами. Ну вот. Поставили тут. Да, и тут ставьте. Опять эта хуйня. Я же выгружал. А, ну меня просто обновил. Я же был браузер перепустить, надо было полностью. Так, кто это записывает. Я только обновился без перезапуска браузера. Ну, я его вылетит, в кратке посмотрим.
Ну, когда там звук был, то на них не было динамика. Так что, может, и не оттуда. А вот плохо, что всего много открыто, конечно. Так, исключим методом тыка. Давай крутись, ведёрко. Крутится и крутится. Лампа облачка. Вот тут вот ведёрочка. Мне как это обойти? У нас свой репликат. Все работают хорошо, ну куда мы света. А чтобы получить свои хорошие, ну в общем нужные семена. Давай, на мне. Зря все-таки. Привет, не хочет мышки получать. Может, собрал вот что хотела. Это бедка. Наконец-то все дошли. Очень много бедок. И дупло нецветного. А не вышло. А вышло то, что не вышло.
Так не надо. Или этот скрепшляпник. Он тоже всех перемешает. Блять, у меня нету. У меня нету. Стой. Лучше надо падать. Надо, блин, не богать. Готово. Ура. У меня последняя вода, вода была. Последняя ёфта. Ура, ура. Опа. Пригодится. Опять битву мана. Это бы что-то поменяю. Тату верить в дом, буду просто так вот, блин. Как на балкон. Вот опять этот звук. А, так это опять его что ли? А это думан. Реклама. Он так обливается резко. Я не подумал, что он это. С игры. Ну, в принципе, логично, там для значка динамика не было. Вот именно пробивается надо. Будет зайдет вот это. 15 дверок. А выйдешь потом не зайдет. Надо будет ждать, пока кто-то выйдет. Ну, или вылетит. Ну, когда его поближе стану. Там дохнул. Прямо самое сердце место. Где дохнул я. Я пытаюсь. Чуть-чуть воды не хватает, но и времени для мана. Давай. Где? Ну, давайте. Еще 5 воды. Успеем или нет? Это челлендж. Успеет за 25 секунд. Успели. Димасик спас ситуацию. Молодчик. Он молчит обидно. Не могу сказать, какой здесь интересный. Блять, я упаду нахуй. Это простое или нихуя непонятно. Тут бы парочку. А тут ты зеро. У тебя право, потом влево надо успеть и что. Продать. Ладно, не буду пытаться, а то кто-то не туда выйдет.
сопля. Под воспиар. Ну, это что, все пришли, ура. Ну, наверное, все. А, многострадальная карта. А то сначала тут никогда не работаю, а то потом заработаю. Ну все хорошо. Карта модера. А посемочка. Как бы мне его достать-то? Если бы достать. Тут для этой есть ядра. Ну вот. Отобрали. Негодники. Там что, два порта в одном месте? А как за скрипты? Олег-то не появится. Вверх давай. Где все? А, вот он. Я бы знаю, что где он там появится. Я думал, он тут, но он тут. Кстати, мне надо будет на 55 минуты видео игру перезапускать теперь. Ну или потерпеть. Все равно каждые полчаса надо перезапускать. И сейчас на место сюда уже. Значит, я могу открывать тот даутер обычный. Обратно. Раз не из него звук был. Ну да ладно, потом. Кончит. Ну и тебя все кончит. Опа, хэль. Можно было бы его, ну, где-то прятаться, пока она танцует. Мирка. Обычно я без звука играю, если видео не записываю. Так бы и не понял, что там было или не было. Так, вот и готово. Вот и кончит вода. Короче. И не кончит, где не надо. В дереве. Вода, вода. Скоро постыдно купила. We'll be right back.
Однако, что такое короткий звук? Я такой типа скачала. Что это, блин, за хуйня? А вы там, хули такое-то, бля? Ну, вот так вот. Вот так вот. Я понял, что это, я хочу длиннее. Давай, давай, лей. Лей. Раз, два, воски. Водишки. Давай, давай, лень, лень. Наслетала. Как же нагает-то? Капец. Когда переключаетесь своему на обычные раунды, больше нагает. А так между раундами обычно меньше нагает. Ну, а я что могу поделать тут? Игра старая, 15 веток. Вот. Ну, да, покруче. Долго-то. Пока дождёшься вас тут. Пройдет 2 минуты. А так я, может быть, какое-то сообщение напишу куда-нибудь. Кому-нибудь. Долго его ждать. Ну что, этот прилив между каждым раундом. 15 человек, примерно. Ну, это с лагами, да. 15. Может, меня поставить. Ладно. Я поставил, пока 5-2 минуты придёт. Так, тык, сюда, тык. Долго это. Дует, бэд дует, холодно. Ну, курица карту не возможно. А, вот корку вот сюда. Ну и чё, бля. А Олег-то где? Блядь, где бля? Так, ну короче, я отряд туда шёл. Вот сюда. Thank you.
камни отдувают. Кто отдувает? Да где я, ёбаный рот? Пипец. Ну что за лаги такие, ну это можно играть. А если это... Отвратительно. О, блядь. Ну и Фьюри ты передвинула. А, врата есть. Так. Эти заметки убираю. Кота. Как будто можно крутить умело. Там же просто рандом и все. Как рандом, как таки, ну как повезет. И чё? Ну мы вылетели просто нахуй. Да я отворачивался, но... Я до сих пор увидел этот момент. И кто там теперь? Кто там был-то? Или я сейчас не войду? Пошёл. Это ли тот ли район? Ну да. Какой-то... Так, и верка. И тут буквы неприятные. Ну, через цунами надо заходить. Я же заходил вот через него. А, ебать, мне руку обрезала. Кто руку откусил? Верка злая. Там и от света зависит. Не знаю даже, когда... Ну, днём лучше или... Ну... Вечером. И так свет говно. Капец, соседи начали шевелить. Этого не слышно, но если я молчу, но если я говорю, то может быть слышно. Они выход... Ну, кстати, опять выходной. Они после выходной тоже шевелили. А здесь сказано, что нельзя шевелить. Это типа бра-бра-бра. Сюда-сюда, надо видеть ремилицию, надо выпивать на свою квартиру. А они это... и всё. Больше получаса, где не следует у меня. И то с перерёмы. Сейчас не очень громко, бывает громче, но... Я начну так отвлёкся. Это... Они... Короче, пока... Приедет сотрудник правоохранительных органов. Тогда уже они все сделают, не будут судить. Ладно, если много, то тогда да. Так, блять, это как взять? Мне куда? А, вот. Бери, бери, бери. Так, и сюда. А чё? А, всё. Сам солом.
Ну, а, ну да, сюда. Всё, сдохнем. Сдохнулись. А где? Опять под понаставили. Когда я удивил это солнце. Мана дура, ебать. Ох, взять конечно. Какая-то одна берка. Готовили, наблюдается. Под доски. Ну и что? Ну и что? Эх ты. Да блять. А хули все банки там попали? Обратно. На этой ты магии выйти. Если они прыгнули, я бы, может быть, вместе с ними прыгнул. В дупе. Бурку в дупе. Это таких дурок. Сейчас не надымаю. На лайк. Два. Два, наверное, самая частая. Вот я. Ну, по крайней мере, это. Ну и что? А, бляха. Уехали. Уехал шанс на счастливую жизнь. Что добавили все бесполезно, куры маются. Либо я в дупло иду, либо я иду в семинах. И то не факт, что я их заберу себе. Потом не расчет что-нибудь, если не буду. Помидоры, огурцы, кабачки, дурачки, кепчук. Кетчупук. Это я, наверное, сразу делаю. А то всё разбираю.
Ну и на... А, типа... Блядь. Падла в уме. А что тут нельзя поставить? Это не я поставил. Ну да все у меня. Да уплачено. Больше не сюда. Никогда не снимусь, но у меня уже пистолет. Вот, блядь. Вот этот вот здесь этот звук повторяется, а этот диска нет. Дай, давай, нет. Я тебе дай. Что, уже забрали нахуй. Что взял дробу, что дробь. Так он есть. Это я семечка мог взять до сих пор. И то не взяли. Только взяли. Ох, вот эти семена, семена, семена. Как их мало, очень я. Стихи-стихи умерли верки. А что тут с этим? Начок монет работы другой. Конечно, одна монетка, ну, 600 орехом не соответствует. Да и вообще любым орехом. Должна быть, ну, покупка сама, она, либо это, ну, перекуп за... За сколько? За 0 череха, одну десятую монеты. Ну, нет добрых частей монет. Но это все усложнит тогда. Да, блядь. Что ты делаешь? А, они там стоят. Мне тоже надо. Он Димасик сдох на редкой. И сама не медали. Краус, это кто-то будет. А чё, он мышкана? Или это другой? Хм. Ну так ему и надо. А то буду блин что-то. Ну, правда, 11, но всё равно. Не знаю. Я... Конечно, тоже бывает гублю нулетка. Отпустить.
Опа, ты этот не на меткой. А, блядь. Ну как вы успеваете работать-то? Кто спал, тот слева. Вот тут. Пусть это вот сюда, и он будет работать. Зайская парка, вот это только мешает. Понаставил я. Я подойду, да, пока уберется. Я пока скажу, я... Да ну хуя ты это делаешь-то? Тут не надо было. Вот тут надо, бля. Я тут хочу съедать вообще-то. Так же быстрее будешь. Всё, не актуально. Нет, парок нет. Конечно, поставлю две. Ну, мало ли. Какая-нибудь мелкая верка. Дрис. Верка дрис. Вот сюда пролезет, вот сюда пролезет. Вот сюда. И упадет, умрет. Новый супергерой такой. Верка дрис. И везде прилезает. Только не туда, куда надо. А куда надо, конечно, не приезжает. Ебать, магия накачалка. Вот тут надо бы, да. На ингрессану. Мыть магия. Ладно, если не поздно. И так лагает. Самый высокий король. Самый трудный. Это брата вот сюда. Не успел. А тогда брат сходил. И так работает. И без тебя оставили. А, мой тело не понял. А это взять семечко. Что все не знать было. Очень много бедок и не можешь свою найти. Я сменил телефон. Чей-то телефон от меня.
данном этапе это не работает. А, вай, да, вай, наливай воду сразу, бля. Буй. Будет он наводит вообще? А, нифига он не работает. Да, какая-то непутинка. Так, слышь. Сейчас я эту присеку. Кыс. Полный угар. Знака года. Мисинка века. Перекуп. Его надо перекупать. Так и надо. Марсаман спешит. Где я там? Я пока сдохну, больше времени пойдет, чем если я шляпником телепортируюсь. Потому что этот Ctrl X, он не поднимается сразу. Его то и держать надо, то ли он его знает. И я тупить на него. Не хочет. Они бы с меня уже половину воды налили. А это когда мы много белок быстрее воду льют. А чем больше воды, тем лучше. Особенно в дипломной работе. Последняя вода, не моя.
Ну вот. Ну получается, да. Это ты моей стороны. Мать, да, примешка. Дальше, да, вода, куда? А, вот такая классная игра сегодня получилась. Но это не конец. Смотрите, 4 воды осталось. 3 воды, 2 воды, 1 вода. Моя последняя вода. Моя. Моя. Ну что, сейчас не выглядит, наверное. Вон, да. Давай. Я двигаюсь вправо. Выветря, конечно. Сюда надо все перезапускать. Это надо гайд.
Ну, а темочка моя. А что, звуки чуть-чуть перестали? А вот так пока поставлю. Ладно, влево, вправо, сюда, вправо, следующий. Бояться перепрыгнуть. Влево, все. Так, ну я с орехом. Или далеко. Вот. Вот это. Так, там порты поставим. На улице нет. А почему я тут так? Там должен быть. А там... Ну что, опять вылетит? Да, из-за брат, видимо, вылетает. Ну, вылетит. Сейчас опять будет. У меня видео как бы для записки. Пути свои вратают. На самана нам и доколоча. Из-за того, что она врата кучает, тут топа у меня. Всё. Очень плохо. Так, Саман поменяется. Или нет?
Ильдаста, да. Засал он, блядь, вообще палку в дырку засунул. Ну вот сейчас рад не буду. Не должен вылететь. Надо поставить на всякий случай. Надо лить воду. Мы идем в этом на... Ну, когда тема, то все водолеи. Там белькомольня надувается, ну да ладно. Ну да ладно. Календарно. Давай. Тут у меня дапки туда. Видели. Я пока дойду опять. Можно пообедать будет, пока я бегу. Долго, да. Ну там это цепь. Я их обходил. Вот это опять добегает. Поковать не было, такой хуйни не было. Обед, где я? Вот он я. Поставьте пальчик там. Там, блядь. Просто какая-то свалка. Тут пальки, тут и всё. Поломано. Тут пойдём на какие-то свалку убирать. Давить. Только берег давит, а не мусор.
безпечное питание шамана. Ни к чему не привело. Я опять какой-то наушник какой-нибудь. Какие-то анонсы. Вот и не конечно. Ну да, не работаем. Каждый день как будто двигать приходится. Потому что да, спереди кнопка есть включение, но она не работает. Пока сзади крутится, наушники отмекают. Ну, вот звук был, но просто тихий. Треба этого наушника. На ютубе видео смешное есть. Ну, можно ты сами найти. Ты потеряй наушник. Ну, это не потеряй, так как проводные. А было бы беспроводные, тогда было бы без микрофона. Поэтому не купил. Давай, пора виноваты вот есть. Вот это место. И на том спасибо. Давай, одна вода осталась, моя вода. Моя вода. Кстати, да. Напиши нам игру, это 12 литров. Здесь нечего, можно посчитать. 100 воды, это получается 1200 литров. На воду. На 1200 литров. Вон, на каждый раз. Поэтому я такая долгая. Надо каждый раз вылить 1200 литров. Вот ведро вот это, оно 12 литров. Одно. А я думал меньше. Если бы я сам подумал, я бы подумал, что 5 литров. И тут написано 12. В этих интернетах хватит. Эй, блядь, не успел. Если чай, то придумал, что...
вот только вытесни. Если есть мертвый, есть когда мертвый. А с водой что-то я не знаю. Ну я буду какие-то больше 5 видов дать тебе дар когда-нибудь. В одном кубическом это 1000 литров. Один кубический метр тут написано. Давай, давай. Дуй. Сюда. Ну вот. И не лиснула. И не лиснула. Плохо. Опять вдох. Отвратительная карта. Теперь мы вдохнем. Вот сама она пудря нет. Ладно, все уже. Без порта обойдемся. Один литр равен. Нет, это один. Пила литр. Что-то непонятно нихуя. Что-то метр или что написано. Хуйня какая-то. То ли кубический, то ли кило. Я не знаю, что есть килограмм и ну тонны дальше идут. Не кило, килограммы, а тонны. А тут какой-то хрен пишет. А такой умный интернет. Ну это бляха муха пустит. Как сложно в наше время узнать ответ на какой-то необычный вопрос. Если все, ну, миллиард себя гуглит, тогда только понятно, что там это будет. А так, пока мало людей ищет, тогда и ничего нету в интернете. На этот счет. Ой, я вас сейчас буду это спихать. Кончи спихальки. Да, я не успею уже. У нас Димасик донёс. А, блядь, громко. Почему такие звуки? От чего они? От рисования? У меня опять сейчас вылетит. Короче, я Эну поседаю только из-за того, что вылетает, а не из-за того, что умер. Потому что когда я умер, я воскресал. Тут эти брата сланы дербовские. Два. Да-да. Ой, блядь, он не выдерживает тогда. Он там никак.
Она вылетает, да. Тут так плохо так. Денис пришел. Ладно, он нужен. Она опять очень нагает. Детство. Только инку пробовать. Ладно, тут уже мало энергии осталось. Давайте покрутим и закончим. Так, накопил 180 мешков. А за 300 иена. Нет, 450 там было. Ну, 420 иена я потратил. Где-то. Примерно. Или нет. Вот такое красное обновление создали меня. Но оно будет сначала в 2016 году. Ну, мне выпуску дали, у меня все восполнилось. Вот. Ну, играть только много у меня времени нет. И все болит. Всем спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик и делайте донат. Также смотрите другие видео на канале Ульскок, Ингвар, прохождение игр, Horizon, секретная экспедиция и баги, прикольчики, мемчики 3, 2 и первая часть тоже смешное видео очень. Обязательно посмотрите. Также подписывайтесь на сообщество ВКонтакте и Телеграм. Всем пока!